Сейчас, когда ткать будет, покажу. У тебя там женский крик за это самое, за бортом. Нужно найти заложника. И все нормально? Не, по поводу женского крика. А, да я говорю. Так, третий этаж. Да, там бегает просто там конфуженная. А, у вас еще 10 секунд. Это... У вас еще 5 секунд. Да, вот. Я думаю, это маленькая комнатка по центру. Место нахождения заложника неизвестно. Пока, погоди, пока я соображаю. Я, наверное, сейчас сверху еще бота закину, еще прочекаю, как у них оборонка выстроена. Большая комната чистая, их там даже не сидит. А вот в коридоре сидят игры. Перезаряжаю! Выехали с один оперативник. Я что ли? Да вы шутите. Я хочу найти последнего пацана. Это важно для меня. А, все. Ладно. Будем считать, что он сидит на заводе. Слышал, он сидит за заводом, походу. Первого это потребует от меня. Ничего не потребует, он подогнал. О, господи, наконец-то я это сделал. Больше я не буду играть британцами в атаке.